В Сергиевом Посаде сотрудники полиции изъяли наркотическое средство. Сотрудники участковых уполномоченных полиции УМВД России по Сергиево-Посадскому району в результате оперативно-профилактических мероприятий в подъезде одного из домов, расположенных на улице Королева города Пересвет, по подозрению в хранении наркотических средств была задержана 38-летняя жительница города Пересвет. В ходе личного досмотра у гражданки сотрудниками полиции был обнаружен и изъят сверток из полимерного материала, внутри которого находилось порошкообразное вещество светлого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством амфетаминой массой 0,77 граммов. По данному факту отделом дознания УМВД России по Сергиево-Посадскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемые избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В Сергиевом Посаде сотрудники полиции раскрыли кражу ювелирных украшений. В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому району поступило заявление от 19-летней жительницы поселка Скорпусковский о краже золотого кольца и серебряных сережек. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 25-летний местный житель. По данному факту Следственным управлением УМВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В Сергиевом Посаде сотрудники полиции изъяли наркотическое средство. Сотрудники участковых уполномоченных полиции УМВД России по Сергиево-Посадскому району в результате оперативно-профилактических мероприятий у одного из домов, расположенных на улице Дружбы, по подозрению в хранении наркотических средств был задержан 27-летний местный житель. В ходе личного досмотра у гражданина сотрудниками полиции был обнаружен и изъят сверток из полимерного материала, внутри которого находилось порошкообразное вещество светлого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством ацетиламфетамином массой 0,6 граммов. По данному факту отделом дознания УМВД России по Сергиево-Посадскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.